большой привет, и я рада видеть вас на своем канале. А у меня сегодня снова троица гель-лаков Фокс. Так как в магазине косметик еще продолжается акция на эти лаки, я решила закупиться новиночками. Сегодня снова будут эффекты. Если в прошлом видео у нас был эффект металлика, то в этом видео термолаки. Ну а что, гулять так гулять, посмотрим, что еще приглянется до конца акции. По-моему, она заканчивается 20 февраля. Но ссылку я оставлю в описании. А вообще термолаки — это классный вариант для тех, кому надоела обыденность. Ваши клиенты перепробовали всю вашу палитру, вот термолаки — это то, что нужно. С ними точно уж не придется скучать. Баночки, как всегда, отпад. И так сияют в унисон с моими новыми ноготками. И как я уже сказала, у меня 3 термолака. И для тех, кто не сталкивался с такими гель-лаками, расскажу, что при смене температуры этот лак меняет свой цвет. Поэтому при выборе на сайте указано 2 оттенка. Вот такой сиреневый цвет при комнатной температуре. Сушим его в лампе, и так как там жарко, он становится светло-голубым. Самое прикольное — наносить второй слой. На кисточке как бы пятна появляются, потому что типс еще горячий. Схему вы поняли, да? Холодные руки — темный цвет, теплые руки — цвет светлее. Никакой неожиданный оттенок у вас не проявится, только те, которые указаны. Самое прикольное — на длинных ноготках должно получаться амбре, так как на подушечке пальца от тела температура теплее, а на кончике ногтя прохладнее. Еще побалуемся с водичкой, на это можно смотреть вечно. Приступим к нанесению на ручках, и делаю это термолаками впервые. Все 3 цвета мне понравились, и мне захотелось сделать амбре 3-цветное на 2 пальчика. Опыты происходят на ваших глазах. Не знаю, что получится и как растушуются цвета, но пробуем. Вроде бы неплохо, желто-белый немного капризничает, но тут еще один подвох. Пока цвета были это время на ногти, они стали более светлее, и градиент кажется таким плавным, но в холодном состоянии низ получается полосатым. Не критично, конечно, но я такого не ожидала. Точнее, я немного забыла про то, что поменяется цвет и станет более ярким. Так что имейте в виду. Counting days, counting time. Hope our dreams come alive. The grass seems greener on the other side. The stars shine bright, but only when it's night. We all have wings, but no. Покрываю все ноготки топом от Фокс. Я уже говорила, что мне нравится его блеск. И вот сейчас ноготки в теплом состоянии. Такая нежность в цветах получилась. Нарисуем-ка сюда еще черных вензелей. Так как рисую поверх финиша, использую гель-краску без липкости. И перекрывать больше не буду. Come alive, come alive.
Вот для сравнения ноготки в разной температуре. Побалуемся еще немного с водичкой. И пишите в комментариях, пробовали ли вы термогель-лаки. Как они в носке и понравилось ли вам. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить пальчик вверх. Всем до скорой встречи. Пока-пока.